Значит, утром еще. Я думала, вы ее позвали, бестолковую. Может, на войну удрала. Куда она пошла? На наш родник. Я понял. Антонина! Антонина! Тошка, чего? Тошка! Ничего. Разотрем, попарим, будет как новенькая. Дура какая, надо же, а? Спиртом надо. Спиртом, на, да, держи. Тихо, давай. На, пей. Пей, говорю. Пей. Ничего. Дыши. Терпи. Выбрали тебя хорошенько, а? Дура какая! Рай звонил! Слышь, нет? Вывел он для тебя назначение. Венский полк! Запасной связи поедешь. Курсы радистов оканчивать будешь. Поняла, нет? Родники мои! Ты что теперь? Годная, да? Куда ты? Господи. Дыши! Дыши! Дыши давай! Дыши давай! Приготовиться! Направление. Поняла, да? Все, так сказать. Береги себя. Подождите. Ну, там все, что... Thank you.
небольшое озерцо, налево повернешь, тогда уже пойдешь. Поняла? Ну, давай. Так. Добрый день. Подстилка фашистская. Данкеша. Большое спасибо. Потім в Харкові на фабриці обувні працювала. А коли фабрику закрили... Галю, яка фабрика? Ти ж в Москві була. В мене комендант живе. Шуман. А я... В комендатурі служу. Друкую. Так ты не волнуйся, я... Я тоже работать могу. Неважно кем. Могу убирать. Прачкой, посудомойкой. Так куда, ты кажешь, батько и мати поїхали? До Германії. Працювати. В жовтні ще поїхали, а я тут зосталася. Герр комендант. Господин комендант. Майне швестер. Сестра моя приїхала. Із Дгекомен. Галя. Галя. Фон Харков. Из Харькова. Швестер. Сестра. Du hast mir nicht gesagt, dass deine Schwester... Ваша сестра – подарок небес. Sie möchte auch für Großdeutschland. Она тоже хочет работать для Великой Германии. Такая девушка не должна работать.
припроса. Свежий сало. Вот это мне, вот этот мне, да? Оставишь, я потом зайду, заберу тебя. Подходим, подходим, покупаем самосадик. Да. Вот смотри, я как Раля поехала разом с комендантом. А? А. Так то ж Миланки наша сестра Галка. С Харькова студентка. Ах, Ксанка, горячая ты у меня. Фин, нашли документы? Галина Любименко из Харькова до сестры приехала. На чем ехала? Да где как? Где пешком, где добрые люди подвезли на телеге. 2 недели добиралась. Все нормально, штурмбанфюрер. Вот ее документы. Через Донец по мосту ехала? Да. Взорвали 3 недели назад. Так я не через Большой, через Старый, Салтовский, там, где церковь, вера, надежда, любовь. И что теперь? Там эта церковь. Так, зернохранилище. Ты ошибаешься, милая. Там снова молятся Богу. Взять ее, ко мне в подвал. Макс, подождите. Она могла не знать. Нужны более веские доказательства. Они будут. К утру. Уведите ее. Им везде мерещатся партизаны. Проехался? Спички есть? Yeah.
пока. Сырые они у тебя, что ли? Данил! Уходим. Здесь никого нет. Стой, стой. Так я ж говорю, а откуда взяться им здесь? Ксанка моя, она бы сразу заприметила, если бы кто чего, если бы что, кто это... Жалко, Порося. Да пусть все берут. Еще на родину, а, Оксан? То же они тех парашютистов ищут. Это... Идем в хату. Антурный. Идем в хату. Ты будешь на службу. Да бог с ней со службы. Комендант спит, как пожарная лошадь. Оксан, ну идем. Нет, ну что ты набычилась? Ну идем. Не выспалась. Крысы под полом всю ночь шородили. Ой, я просила яду достать. Черт, это вон из головы. Знаешь, это я Трофима спрошу. Ну, Ксаночка, идем. Нету мочи у меня уже. Я... Говорят, за партизана корову дают. Два бутыля шнапсу. Али брешет? Дают. За живого. Давай же. Наш хлы фашистские. Годы, годы. Ой, а как же сюда ты попала? Попал к связи. Я ж должна... А тут фрица как? Ни шагу назад. Бить врага, оставаясь невидимым. Правильно. Вот и буду. Бери, не бойся. Из Дутау? Глухой? Ай, момент. Тютюн или махорка? А ты угадай, красавица. Дедушка хворой махорки просил. Партизанку брать живой.
Не стрелять! Пусти! Пусти! Исландаль! Летит мой журавлик, где носом клюет, воды не дает! Идиоты! Идиоты! Я сказал, брат живой. Обыскать! Так это, да. Жидовка. Рихард. Das ist zwei falschim Jäger. Это вторая парашютистка. Привязать столбу. Табличка «Диверсант». Sprechen wir gleich. А с третьей мы сейчас поговорим. Вода немецкий, Зольдат, читать! Читать! Читать не уметь! Вода немецкий, Зольдат! Почему ты такой злой? Я плохо кормлю тебя, Фриц. Так! Алис умею. Где ж теперь нам воду, брати? Журавель-то синий зовсім висок. Знаешь историю этой песенки? Жил в Вене пьяница. Августин. Как-то ночью он вышел из кабака и упал в чумную яму, где лежали трупы. Упал и заснул. А утром проснулся, испугался, вылез из ямы. И умер от чумы. Даже насморка не подхватил. Он был насквозь проспиртован. Кто это? А ну стоять! Оставь! Это мальчик, бродяга. Воды не дает, носом клюет.
Я смогу. Только надо позывной придумать. Хороший. Меня услыхала, чтоб похоже, вот ваш третий парашютист, штурмбанфюрер. Значит, та девушка не виновата. Ее можно отпускать. Что вы с ней сделали? Пока ничего. Я могу забрать ее? Вы не о том думаете, барон. Ищите третью. Прочесать лес. Немедленно. Уже делают, Макс. Вы отпустите ту девушку? Русские идиоты. Знаете, какой позывной у третьего парашютиста? Что за... Твою ж мать. Товарищ подполковник, разрешите? Что у тебя? Да вот. Только что пришло. Соню убили фашисты. Я за нее. Картошка. Какая нахрен картошка? У нас такого позывного не было. Да это наша Тошка. Лыткина Антонина. Неужели не помните? Она еще диверсанта задержала. Она ехала в запасной полк связи, а оказалась... Что значит «оказалась»? И как можно оказаться в тылу врага, майор, а? Откуда у нее рация? Да не знаю я! Товарищ подполковник, нужно вытаскивать ее оттуда. Но она же совсем девчонка. Ну, дуреха. Ну, не знает ничего. Нельзя ей там. В общем, я что думаю? Нужно сообщить партизанам, что в этом квадрате... Значит так, майор, никакой картошки нет. И не было. Ты меня понял? Идите.
Та третя парашутистка. Нашого зв'язного німці повісили 2 дні назад. Вони тебе відпустили. Галю, там з вами дівчина була гарна така. Інна, що з нею? Родька Бичкова, поліцей, привіз. На полі знайшов мертву. На ній ще рюкзак великий був. Не розкрився. Галю, Галю, Галю. Наші питають, де рація. Не знаю. Як? А хто тоді з лісу стукав? Партизанин. А ты обними свою партизанку. Согреешься. Зиме сквозь туманы леса и поляны летит мой конверт голубой, летит мой листочек, летит голубочек в том дом, где расстались с тобой. Соня. Соня. Ешь, Иван. Ешь. Ешь. Du musst essen. Надо есть.
ist Heinrich. Это Генрих. Mein Sohn. Мой сын. Артист. Артист. August. Цирк Августа Вальца. Du bist ich. Это мой цирк. Weimar. В Веймаре. Ist Stadt, город Шиллера и Гёте. Schiller. Goethe. Is Иван. Кушай, Иван. Надо есть. Да. А потом его убить. Он русский. Его убили русские, недалеко от Москвы. Он был 22. Ему было 22 года. 22. Когда я получил письмо, я закрыл цирк и опять пошел на войну. Я попал сюда. И теперь я снова здесь, как в 16-м году. И опять и русские. И опять эти русские. Du verstehst nichts. Ничего ты не понимаешь. Дурачок. Я никого не видел. Удар по голове и ничего не помню. Очнулся, а ее нет. Удар по голове. Прекрасно. Пусть теперь начнется на фронте. Уважаемый оберштурмбанфюрер, пожалуйста, прошу вас. И что распрочесать лес и село? Объявлять награда. Что хотеть каждый русский? Не могу знать. Спать и кушать. И все. Читать громко. Каждый, кто укажет местоположение диверсантов или партизан, получит 3000 рейхсмарок, одну корову и 2 литра шнапса. И благодарность фюре за преданность великий рейх! Хай! Ну что, барон? Не любите грязную работу? Вокруг станции особая зона. Усилить посты и патрулирование. Всех, кто не имеет отметки о прописке, передавать комендатуре. Подозрительных сразу ко мне. Будет исполнено. Здравствуйте, господин комендант.
Ну зачем? Я для тебя не господин. Verehrtes Fräulein, меня зовут Richard. Как Richard Strauss, наш великий композитор. Ты знаешь Strauss, да? Сказки венский лес. Австрия, Вена. Знаешь? Я австриец. Я не немец. Немцы. Немцы грубые. Мы говорим, когда немец марширует. Австриец танцует вальс. Руки мокрые. Руки. Галья. Какое имя? Как лед на языке. Можно я скажу тебе правду? Я сегодня не мог работать. Все время я видел только твои глаза. Du bist wie eine Blume. Ты как цветок весенний. So schön und hold. Чиста, нежна, хороша. Ich schau dich an. Лежу на тебя и печально. Und Wehmut strömt mir ins Herz. Во мне смутилась душа. Ты любишь поэзию? Поэзия не дает человеку во времена войны окончательно стать скотиной. Галя, я хотел бы, чтобы ты, как это, сложный язык, я хотел бы, чтобы ты и я... Обед. Она подаст. Здравия желаю, товарищ майор. Отстреляли хорошо, есть кандидатка в снайперы. Бурцева и Евдокия. Хорошо. Кто? Исюкевич, Захарова, Никифорова. Никифорова. Передала ценные сведения о дислокации немецких танков. Подорвала поезд. Отбежать не успела. Партизаны передали. Я знала, что она такая. Каждый раз боюсь, когда ты приезжаешь. Жду очень и боюсь. Железный ты, что ли? В
Возьмите себя в руки, товарищ начальник школы. Пополнение едет. А знаете, кто еще действует в Харькове? Тошка Лыткина. Подождите, она же... Да, не доехала в Венский полк. Звонил, узнавал. Как-то перешла линию фронта и передала о гибели Сони Исюкевича. Как передала? А вот так вот. Картошка? Да. Только ее местоположение никто не знает. Ни наши, ни фрицы. Да, чудо-девка. Никогда таких не видел. Ну, теперь мы точно победим. Добро, порося. Жирно. Прям до вашего свята. Капустка краще не знайдете. Для себе квасили, хер-повар. Ну, я дарма хема говорити не буду. Ми до нової влади з поваги ставимось. Данке. А що за пацанянок? Документ є? Є документ. Работает у меня на кухне. Он глухой, не слышит. Вот, Иван! Хорошо, Иван, два ведра и достаточно. Твоего разума, что ты лезешь? Того! Бдительность проявляю. Завтра эшелон пойдет с вооружением. Так они чего удумали, в санитарные вагоны грузят, своими глазами видел. Ну. Так и велели усилить охрану, да. Ну и? Глядеть в оба. Их эшелоны. Нехай они и доглядают. Слушай, по-свойски, только тебе. Велели новые списки составлять. Баб для трудоспособных от 15 до 35. Ну, так напишем. Угу. Ну, пришла.